Kalon Rajan Jagatam Param Gurum Trilokanathanatapadupankajam Prayenamarata Bhagavantamachutam Jakshantipasanda Vivinachetasa Kalon Rajan Jagatam Param Gurum Trilokanathanatapadupankajam Prayenamarta Bhagavantamachutam Jakshantipasanda Vivinachetasa Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Jagadguru Bhopat told. Гаудия Гоштхипати Шишчила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что мы не будем жить в этом мире долгое время. Вскоре будем вынуждены оставить свое тело. И потом, куда же мы пойдем? Где мы окажемся? Какова будет наша жизнь? Что нам делать? И вот все эти... И вот когда живя в этом мире, мы должны думать об этом. Мы должны иметь представление о баджане, как и когда мы будем оставлять свое тело, чего достигнем, какова будет наша вечная жизнь. Все представления об этом, они должны быть у нас. Мы должны знать, что будет дальше. И вот Гаудия Гоштхипати Шишчила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал то, что не избавившись от анартх, чистый баджан, подлинный харибаджан невозможен. Не избавившись от всех анартх, неплохих качеств, мы не сможем начать подлинный харибаджан. И вот несколько дней назад мы обсуждали одну тему. Если мы сможем попытаться понять великолепие милости, которую принес Шри Чайтанья Махапрабху, его доя, милость, то тогда мы будем очень удивлены, видя его великодушие. Обычные люди, они не могут понять, они не заинтересованы в этом. И Нароттама Тхакура, наша предыдущая Гурварга, Гаудия Гурварга, они так много вдохновляют нас через киртаны прямо Бхакти Чандрику и другие источники. Мы из них можем получить так много вдохновения. И вот Нароттама Тхакур пишет вот такие слова в одном из киртанов. И кто-то неправильно, превратно понимает эти слова. Вот Нароттама Тхакура где-то сказал, что Махапрабху настолько милостив, что дарует прему даже тем, кто не совершал баджан. Но Сарвабхаума Бхаттачарья поясняет. И вот когда Нароттама Тхакура пишет это, люди не понимают, они в замешательстве и думают, что не совершая баджан, можно получить прему. Но Гауранга Махапрабху перед Санатана Госвами сказал вот такие слова, что без садханы не достичь цели садхи. И в Айрамананда Самвати также говорится, в Чайтанья Чаритамрите, что без садханы нельзя достичь садхи. То есть без пути, без практики, без баджана нельзя достичь цели этого баджана. И чего ж мы хотим достичь, лотосных столб Верховного Господа или нет?
И вот Махапрабху говорит, без саданы никто не может обрести лотосные стопы Верховного Господа. И ты должен рассказать, как обрести нашу высшую цель. И вот Гауранга Махапрабху, он был настолько милостив, что такой милости мы не можем ожидать в других аватарах. Это невозможно. Даже в Кришне нет такого, поскольку Радхарани, она там внутри Гауранги Махапрабху, поэтому она олицетворение Гуру Таттва. Гуру, он более милостив, чем Бхагават Таттва. Хотя Бхагаван и Гуру, они не отличны друг от друга. И вот Наротам Такур говорит, и вот это значит, что наша садхана, наш баджан, и также то, что Рупа Госвами Пад хотел сказать, то же самое здесь Наротам Такур говорит, то, что мы должны занять наш ум непрерывно в памятовании, в смаране. А если мы потеряем связь с Бхагаваном, то в этом большая проблема. Мы не должны игнорировать наш баджан. Мы должны быть очень осторожны, быть очень внимательны. И вот умом, телом, речью, разумом, все это должно быть параллельно на одной линии, синхронно, иначе Рупа Госвами говорит, мы должны занять наш ум в смаране, в памятовании все время. В Упадишамрите говорится об этом. И также какие-то люди говорят то, что мы можем начать смарана лилу, Наротам Такур, цитируя Наротам Такур, они говорят, что можно сразу начать памятовать о Господе, но Шрила Прабхупад говорит, памятование Аштакали Лилы, и такое памятование, это не наша обязанность, когда мы полны анарт. И вот Шрила Прабхупад говорит, памятование Аштакали Лилы в состоянии с анартхами невозможно. И вот когда мы полны анартх, в этом состоянии мы не должны делать это, и Шрила Прабхупад говорит. В начале всего киртан. Мы должны слушать Шраваны киртан на Витха Бхакти. Сначала мы должны слушать киртан от подлинного вайшнава. И после этого, если наше памятование совершенно, поскольку мы не можем сравнить никакое настроение баджана со Шраваном и Киртаном, садусанга на наивысшее, мы не можем сравнить садусангу ни с чем иным. Поскольку Наротам Такур, можно вспомнить, достаточно давно я говорил, Прахлад Махарадж говорил, это болезненная ситуация наших органов чувств. Прахлад Махарадж говорит о себе, но он дает пример нам, он показывает, что такая болезненная ситуация, она не в случае Прахлада, но Прахлад говорит, Sishnam Natahastak Udaram Savanam Putaschit Gra
И вот Прахлад Махарадж говорит такие слова. Мой язык, он стремится куда-то. И мои, и все мои органы чувств, они один в одну сторону, другой в другую, третий в третью. Все органы чувств, они тянут меня в разные стороны с огромной силой. И сейчас моя ситуация такая, настолько плачевна, что меня можно сравнить с человеком, который женился на многих женах. И вот если у человека много жен, то жены иногда, каждая тянут в свою сторону. И Прахлад Махарадж приводит такой пример нам. И вот мы должны всегда помнить, наблюдать за наш ум и его поведением. Все время мы должны наблюдать. И вот И вот Наротам Такур говорит то, что в Према-бхакти Чандрике говорится, Наротам Такур говорит, что внутри садака может быть много проблем, камы, кротхи, лобхи, и вот всех этих перечисленных. И вот Наротам Такур говорит, то, что очень просто, если различное вожделение, если назвать какими-то красивыми словами, это легко. А избавиться от самой камы сложно. А просто назвать ее как-то красивыми словами гораздо проще, чем избавиться. Как я уже говорил, что контролировать ум невозможно, никто не может контролировать ум. И вот ум никогда не может быть пуст. И но когда мы получаем вкус к высшей расе, то автоматически мы теряем вкус к прежней расе, которая очень скверна. И это в этом процедура. Мы должны сначала почувствовать высшую расу естественным образом. Мы должны почувствовать великолепие, превосходство высшей расы, и тогда автоматически вкус к низшим вещам у нас пропадет. И вот как Бхагаван Шри Кришна говорит, Кришна Дас Кавираж Госвами в Чайтанья Чайтамрите такой пример дает. И вот Кришна говорит, что вот обусловленная душа, она глупа, я мудрец, и зачем я должен давать какие-то объекты наслаждения этой обусловленной душе, которая из-за этих наслаждений попадет в тамагуну. Материя, она вся опасна, если она не связана с Кришна-бхаджаном, она может принести опасность в моей жизни. Я не могу, не может. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, зачем я должен давать этой душе материальное наслаждение. Лучше я сделаю нечто большее. Я дам этой душе почувствовать нектар моих лотосных стоп, нектар Харикатхи. И в этом случае, если она совершает саду-сангу, Наротам Такур говорит, not
И вот Наротам Такур говорит, Кама, Кротха, что они могут сделать, какой вред? Садхаку, какой вред, если он совершает подлинную саду-сангу, то какой вред они могут принести? Ничего они не смогут сделать. Если садхак получает подлинную саду-сангу, то это он в безопасности. И вот Наротам Такур говорит, если есть какая-то кама, вожделение, то глупо называть его красивыми словами. И вот если просто посвятить, то есть если кто-то посвящает свои действия Кришне, то в этом посвящении тоже какое-то эго есть, о том, что я посвящаю, и это не настоящая бхакти. И вот если у нас есть гнев, например, мы можем использовать этот гнев в служении, например, против тех, кто выступает против гуру и вайшнавов. И вот на них можно в борьбе с ними можно занять кротху, гнев. И Шрила Прабхупад говорил, что если мы не гневаемся, когда мы видим, что кто-то оскорбляет чистых гуру вайшнавов, и вот если мы не гневаемся на это, то Шрила Прабхупад говорит, что мы теряем наш баджан. Когда кто-то делает что-то неправильное, как-то завидует, вредит как-то, то в этом случае, если я не буду гневаться на него, то наш баджан, он деградирует. И вот лобха, если мы чувствуем гнев, это лобху, стремление, желание обрести саду-сангу и харикатху, это очень хорошо. Как я вот говорил, Гуру Махарадж, когда ему было 22 года, он работал в офисе каком-то, и потом после работы он сразу бежал домой, переодевался и ехал слушать харикатху Шрилы Прабхупады на Ульте Данге. И вот однажды он приехал домой, переоделся, но когда одевал обувь, там был скорпион, который ужалил его. И в таком состоянии, с такой болью от укуса скорпиона, он все равно поехал слушать харикатху Шрилы Прабхупады. Он был полон решимости, он не хотел терять ни единого слова. Он, это называется желание такое, стремление к саду санги, к харикатхе, жажда буквально. Потом сожаление о том, что мы не смогли обрести Кришну. And now Tomodaka speaking, Nijukta Kuribo Jatha Tatha. As and where it is required, I can engage those factors properly. This is the exact way. Because if you go on fighting with your mind, anartha, ну, в общем, Махарадж говорит о том, что нужно ум как можно сильнее, все его качества занимать в служении Кришне. А как совершать сатсангу, далеко не каждый знает техника совершения сатсанги какова. Шрила Прабхупад говорит, даже те, кто носит шафрановую одежду, можно видеть какие-то преданные они,
как саду выглядит, данды носят, одежду шафановую и прочие атрибуты. Но Шрила Прабхупад говорит, все же мы не можем. И вот на бенгале Шрила Прабхупад говорит, сейчас я вам скажу, те обманщики, материалисты, хотя они вроде бы в вайшнавской одежде, носят вайшнавскую одежду внешне, какие-то вайшнавские признаки у них, но все же мы должны избегать их общения. Так или иначе, мы должны избегать их. И вот Шрила Прабхупад много раз говорил, что внешние атрибуты саньяси – это не все. Это не доказательство, что он Кришна Бхакта. До тех пор, пока он не предастся полностью Кришне и не привлекется служением Кришне полностью, абсолютно, поскольку саньяси, тьяги, те, кто оставили свой дом, сейчас, если меня кто-то спрашивает, позволение стать саньяси, оставив дом, я говорю, нет, лучше живите дома, поскольку какие-то качества я нашел внутри вас, но если вы вступите в этот отреченный класс жизни, я уверен, что вы обретете какую-то асад-сангу, поскольку тело наше не может определить, где сатсанга, где асатсанга. Единственное, что мы должны делать, это получить полную милость гуру вайшнавов, и тогда мы по их милости разовьем чувства, что есть что, все наши органы чувств. Они должны хотеть служить Кришне. И таким образом, а если мы это не делаем, то под именем сатсанги можем обрести асатсангу. И много таких случаев сейчас. И вот Шрила Прабхупад говорит, материалисты с материальной болезнью, те, кто полны материальных желаний, они обманщики. Они могут одевать одежду саньяси, брамачари или еще чью-то, но мы должны избегать их и общения с ними. И вот иногда, когда какие-то люди одевают шафрановую одежду, чтобы больше зарабатывать, пожертвования собирать или еще для каких-то удобств, и заявляют, что они вайшнавы. Но Шрила Прабхупад говорит, что когда те майявади, и вот Шрила Прабхупад говорит, когда те майявади и так называемые асад-санги, ас-люди, асад, когда пытаются войти в Гауди вайшнавское общество, в этом, с этого момента проблемы настоящие начинаются. И вот Шрила Прабхупад говорит, когда майявади принимают внешнее прибежище, ложное прибежище в Гауди вайшнавском обществе, чтобы получить какие-то удобства, лабху, пуджу, пратишху, сколько случаев вы хотите видеть? И вот Наутам Тхакур показывает нам, как мы можем занять все наши органы чувств, все, что у нас есть в различных местах служения должным образом. И в этом случае это будет безопасно, если мы наши органы чувств достойно займем в нужном служении, тогда проблем нет никаких.
Но Мацарджа, зависть, ревность, этому нет применения, поскольку есть у нас эта зависть, ревность, то вот, смотрите, о Шримад Бхагават Махапуране говорятся такие слова, что это богатство Яд Вайшнаванам данам, это не собственность каких-то обычных людей, а только те чистые вайшнавы, парамахамсы, это их собственность. Шримад Бхагавата Махапурана – это не что-то дешевое, чем можно злоупотреблять. Это сам Шри Кришна, Сакшат Кришна Эвахи. Люди следуют своему беспокойному уму, когда-то хотят, едут на какие-то места паломничества. И вот какой-то уединенный баджан пытаются совершать, а сатсангу совершают под именем проповеди. Какой-то ерундой занимаются, собирают деньги, славу, почести, но что Нарутам Такур говорит и наша Гурварга? Когда-то наш беспокойный ум может вести нас, вдохновить нас на какое-то паломничество, но Шрила Нарутам Такур говорит, что такая тирхаятра, она бесполезна. То есть, если мы только под действием своего беспокойного ума собрались куда-то внезапно ехать, то толку от этого нет, он блуждает просто и хочет, чтобы мы за ним блуждали. Это его неправильное решение. И вот Нарутам Такур в различных киртанах описывает, как где и когда есть Гуру Вайшнавы, то все тиртхи, они пребывают там. Там, где находится Гуру Вайшнава, Шрила Прабхупад Нарутам Такур говорит, где Гуру Вайшнава находится, там там находятся все святые места, и поэтому зачем мне куда-то ехать туда или сюда, в этом главная проблема. На самом деле. И вот Шрила Прабхупад говорит о те, кто посвятили себя полностью абсолютным образом айкантик для совершения харибаджана, и те, которых смесь анартхи и прочего находится. Какие-то желания могут быть там, но все же они могут начать Кришна Бхаджан, они не должны оставлять Кришна Бхаджан. Шрила Прабхупад говорит, Кришна, Он единственный, вездесущий, всемогущий, Верховный Господь, и Кришна, Он заставляет нас танцевать. И этот Кришна, Парад Паракхилеша, он танцует под руководством Радхарани. Смотрите, вездесущий Верховный Господь Ишварах Парамах Кришнах Сачитананда Виграхах. Вот эта шлока его описывает, что Кришна, Он единственный Верховный Господь, Он Творец всего во всех вселенных. И вот абсолютная преданность значит, и вот одна безраздельная преданность в Гите. Бхагаван говорит Арджуне,
О, Арджуна, вначале успокойся, успокой свой ум. Ты должен пытаться успокоить свой ум, поскольку... И вот если мы поймем, что такое вот это вьявасаятмика будхи, другое значение этого нищаятмика будхи, такой умиротворенный ум, когда наш ум он достигнет умиротворенного, полностью умиротворенного состояния. И это значит, что наши органы чувств, они не под... А часто можно видеть, что если органы чувств и ума, они все движутся в разных направлениях, вот это другое состояние. Как ртуть, например, если термометр сломать, то если ртуть вытечет, то... Она разливается по большой площади, в разные стороны, и также и очень сложно собрать это все. И ум тоже так же опасен, что очень сложно контролировать ум. Но как его контролировать, я уже сказал. И вот Шрила Прабхупада говорит, если наша цель не определена, если наша цель не определена, куда же идти? А если так много целей, то я уже сказал, Шрила Прабхупада также говорит, что если вы одной ногой будете на одной лодке, а другой на другой, то в этом случае решить ничего нельзя будет. Все пропадет. То есть, если вы будете пытаться плыть на двух лодках, то просто упадете в воду. И поэтому я уже сказал, что обусловленная душа, если своими личными попытками будет пытаться обрести какое-то благо, то это невозможно для нее. Бьявичар значит, то, что вы не... Ну, в общем, делайте то, что не то, что надо. А те люди, кто не может контролировать свой ум и чувства, им нельзя верить. Шрила Прабхупада говорит, те, кто не может контролировать свой ум и органы чувств, им нельзя поверить. Они как эти предатели. И поэтому Арупа Госвами Пад дает такое наставление, что мы должны обрести достойное общение с саду-сангу. И где же обрести такую саду-сангу сейчас? Это очень редкое. Сейчас это похоже на просто слова какие-то, но практически где найти такую саду, где его взять? И Шрила Прабхупада говорит, что если вы... Во всем мире будете пытаться найти саду. И вот Шрила Прабхупада говорит, что очень маловероятно, что можно найти такого саду. Люди заинтересованы в удовлетворении своих органов чувств под именем Кришна Баджана, они вроде приходят, но если If you can make an X-ray,
Но если детально изучить многих саньяси и прочих отреченных, то можно увидеть, что у них в сердце полно посторонних желаний, а носят они одежду саньясы просто для обмана. В большинстве случаев, к сожалению, это так. И можно найти то, что какие-то люди заняты панчаупасаной. И вот Шрила Прабхупад говорит, если мы сможем избавиться от наших желаний, от вожделения, если мы сможем полностью очистить наше сердце, то в этом случае мы сможем знание Адвайгьян-таттвы, Кришна-таттвы, но не перед этим. Сначала нужно избавиться от всех посторонних желаний, и потом мы осознаем Адвайгьян-таттву. Адвайгьян-таттва — это не шутки, кто-то поклоняется Ганешу, и он артха-сиддхи обретет какое-то благо. Кто-то Сури поклоняется, кто-то Деви, Шакти, кто-то Рудри. И таким образом люди в различных направлениях двигаются. Но наставление Шримад Бхагаватам в этой шлоке: акамо сарва камо ва мокшо камо ударути тибрена бхакти йогена жайето пурушамбам. It is the advice of Bhagavatam. И вот это наставление Бхагаватам, что если его сердце чисто и нет никакого лицемерия. И вот, хорошо, если у нас слабости какие-то, это как бы пойдет, но главное, лицемерие не должно быть. Даже если у нас есть желание освобождения, то это все равно куда бы это ни шло. И вот Кришна говорит, что если люди хотят того или сего, но я могу позволить им испить нектар моих харикатхи, нектар моих лотосных стоп. Только Кришна может сказать так. И вот Акама Сарвакамова, в этой шлоке говорится, что те, кто полны желаний или лишены желаний, или имеют желание освобождения, но все равно они должны совершать свой баджан и поклоняться Кришне, общаться с чистыми гуру вайшнавами, и благодаря этому общению очень скоро их сердца очистится, и они не будут чувствовать никаких проблем и посторонних желаний в своей жизни. И вот различные желания, они приносят нам одни проблемы, мы не можем совершать настоящий харибаджан из-за этого, и какова наша цель, что нужно делать с асатсангой, каких принципов мы должны придерживаться, чтобы избавиться от асатсанги. Я уже говорил об этом, можно вспомнить, если дух санга, асатсанга, она, если бы относилась только к грехам, каким-то греховным действиям, но это is not Vaishnava Vidyashi. In that case, it is, you know, some soft issue. But when то есть, если бы это, is not only that he is doing, то есть проблема асасанги не те, кто грехи какие-то делают, а те, кто оскорбления совершают. Это гораздо хуже. И вот те, кто заняты в вайшнава аппаратках, в зависти, неуважении к вайшнавам, то с такими людьми нужно прекратить всякое общение. Асатсанга значит стрисанга, общение с непреданными Кришны. Это тоже из майвади, это то, что даже попадает потом. Another is impersonalist.
И вот Кришна Бхакта, что значит? Вот, это не только непреданные, еще и всякие Майвади, Нирвишешвади, Адакшиты какие-то. И Кришна. И те, кто нападают на Кришну и преданных Кришне, это все асатсангам. Аналитически должны подумать и избегать их. И не общаться никак. И вот Рай Махашой, он приводит пример, что если саду санга настолько могущественна, Бхагаван Шри Кришна сам признает, что саду санга она наивысшая, наилучшая, поскольку вместе с саду санга, благодаря общению с чистыми саду, что чего нельзя достичь, все возможно. Саду санга, благодаря саду санге можно обрести также Кришна прему. И вчера я говорил. Брисхапарва Балиравано Маясчато Вивишана Шукриво Хануман Нрикхо Гаджо Гридхо Паникопатхо Вьядаха Кубджа Браже Гуппо Йогго Патнаха Статапари Те Надито Сутигана Ну Пасито Махаттамаха Априта Тапта Тапасо Шатсаньяд Мам Упагатаха. И вот время от времени в Сатья-югу, Трета-югу и прочие юги. И так вот, время от времени это шлока из Бхагаватам, из 11-й песни. И вот Бхагаван говорит таким образом. И вот Ясадев Госвами, когда думал о том, что же делать для населения этой Кали-юги, Каликал, это Кали-юга настолько опасна, что люди, они очень бедны, очень слабы, у них нет силы, они не могут помнить, не могут совершать аскезы, не могут поститься, для них это все очень тяжело. И таким образом, если бы Госвами думал, что же сделать для их вечного блага, и вот Бхагавад-дхарма — это единственный путь. И особо в эту Кали-югу никто не хочет совершать баджан тому Верховному Господу, который вездесущий Верховный Господь, который дарует все нам. Но все же люди настолько слабы, и их сердца осквернены, что они не хотят совершать баджан Кришне. И поэтому я начал с этой шлоки. И это наша неудача, о царь, в эту Кали-югу люди настолько неудачливы, что они не хотят совершать Кришна-баджан, Хари-баджан. Они пашанды, безбожники. Они всегда заняты асатсангой. Асатсангасту на картабья, not at all. Асатсанга anyhow. Асатсанга так или иначе. С различных точек зрения я хочу обсудить это. У нас должно быть полное представление обо всем этом, как избежать. Асатсанги, иначе мы можем совершать баджан и опять деградировать и упадать в Рупнагаре, в Панджабе. Достаточно давно, лет 10 назад, я говорил Харикатху, и вот там была система такая, что каждый приглашенный говорит в течение дня, и вот
по наставлению Нишкинчен Махараджа, он дал мне наставление, что вот я должен говорить, это был первый день бенгальского календаря. Я начал говорить о важных вещах. Мы совершаем баджан. Люди спрашивают меня, Махарадж, мы совершаем баджан, почему мы не достигаем успеха? Я сказал, что есть одна причина, это сатсанга. Они сказали, что они сатсангу не делают, но я сказал, что осознанно или неосознанно это иногда происходит. И вот я пример привел, что, например, мы играем игра лудо называется на русском. Making so much progress, but finally, if one point you get, then you can come out successful. Oh, fine. But Maharaj, it's big problem. Then, if you are going to touch, you know, the mouth of snake, then you can again come to tail of the snake, which is extended up to the zero point. So all your energy. Ну, в чем игра какая-то, что если задеть голову змеи в этой игре, то все набранные очки пропадают. И вот в наше время система такая соревнований была. И вот есть такой, если экзамен такой, что есть 100 вопросов. 100 number of objective type questions are there. You are giving this question paper, only will have to put yes or no, tick mark or cross mark. А на вопрос нужно отвечать было только да или нет, а не зная предмета, если просто так рандомно отвечать на вопросы, то штраф еще будет. И то, что если мы неправильно ответим, то один балл прибавляется. Вот если правильно ответить, то мы положительный балл получаем, а если неправильно, отрицательный. И таким образом я сказал, привел этот пример. Например, вы отвечаете на 50 вопросов правильно, получаете 50 плюсов и... И на другие 50 вопросов отвечаете неправильно. И вот 50 минус 50 получается 0. И в нашей ежедневной жизни тоже такая ситуация. Мы вроде баджан пытаемся делать утром, встаем, повторяем все то, что нужно повторять. Но смотрите, когда вы проснулись, есть процедура, как начать ваш день, нужно запомнить и следовать этому. Если будем следовать этому, то... то проблемы не уйдут, а если не будем, то какие-то будут. И вот вчера я говорил то, что те, кто обрели лотосные стопы Верховного Господа, они, вот в частности эти жены браманов, они не ходили в Гурукулу, не изучали Веды, не совершали аскез. А благодаря сатсанге они обрели все. Сатсанга настолько могущественна, что через сатсангу они достигли успеха. И вот сейчас я говорил о трех видах бхакти. Бхакти Рамана Рай Махапрабху was very happy. It is okay when Gyanachandra Bhakti is speaking. И вот Рай Раманада, когда рассказал о Гьянашуне Бхакти, Махапрабху сказал, что хорошо, вот на основе этого мы можем начать совершать баджан. Speak me more details.
Но лучше, если ты будешь говорить дальше и выше, и Рай Рамананда сказал, что да, Према Бхакти – это суть всего. Когда Рай Махасуи сказал, что Према Бхакти – это все и вся, это действительно так, поскольку садья значит то, что после совершая садхану, то, что мы обретаем, это садья васту. И та процедура, которую мы следуем, это называется садханой. А цель садхья, садхья, то, что мы обретаем после садханы. Но бхакти, мы знаем, есть различные виды бхакти. Садхана бхакти, бхава бхакти, према бхакти. Я говорил под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура. Мы уже обсудили. Са садхановида нитто сиддхасья бхавасья пракатьям хиди саддхата. И вот вчера я говорил уже об этом, когда мы пытаемся совершать какой-то баджан, используя свои органы чувств и ум. И вот эта практика такой практики называется садхана, то, что мы совершаем с помощью своих органов чувств. И когда все наши органы чувств, они заняты вот в такой саддане, это саддана бхакти называется. И вот нитя сидда. И вот, не получив милости Сварупа Шакти, джива, она не может показать бхакти. Потенция у нее есть, но джива Госвами Пад говорит, что в Сварупе эта потенция есть к бхакти, но самой бхакти нету. И поэтому, так или иначе, мы должны обрести милость Саду, Гуру и Вайшнавов, поскольку Сварупа Шакти, она распространяет свою милость через саду, гуру и вайшнавов. Они посланники. Они несут в себе милость саду шакти, поэтому мы должны делать это. И видхи бхакти, с помощью видхи бхакти, я уже говорил, мы не можем обрести Кришна Према. Вот в этой шлоке говорится, что с помощью видхи марга Кришна Према мы не обретем. Но опять же, это не значит то, что мы не должны следовать этому. Я хочу напомнить вам то, что сказал Шрила Бхактивинода Тхакура. Когда вы чувствуете влечение к какому-то определенному виду баджана под руководством какого-то враджаваси, нити ситхи, враджаваси, вы чувствуете вдохновение совершать это. Но смотрите, ваш беспокойный ум может говорить, что он может делать это, но это не из сердца, это не. А вот как. То есть, когда вы просто умом хотите совершать Кришна Баджан, но это еще не спонтанное желание, не естественное. Когда вы просто силой говорите, что хотите, что-то сделать, это не значит еще, что это из сердца исходит. А когда такое чувство исходит из сердца, когда вы развиваете полное влечение, когда ваш ум. То есть, когда ваш ум говорит, что он хочет совершать Рагануга Баджан, это не совершенно и неправильно. А те, кто нитя ситхи саду, если вы будете служить им должным образом, и они будут довольны вами, то они могут передать вам это чувство, которое подобно заразной болезни. Према-рога. Према-рога – это такая болезнь рога.
И тогда вы можете обрести это прама-бхакти. Вот Шрила Бхактивинода Тхакур приводит пример. Например, два облака они сталкиваются друг с другом, происходит гром и молния, обмен электрическим зарядом. И вот гром и молния происходит. И сначала мы слышим, видим молнию, а потом звук, поскольку звук медленнее, чем свет распространяется. И вот обмен этими зарядами происходит очень быстро. И мы видим гром и молнию. Это есть вот такой пример. И Шрила Бхактивинода Тхакур приводит именно этот пример. И, например, один Рагануга преданный есть, и мы служим ему всем сердцем, мы очень любим, уважаем его всем сердцем, не на показ, а именно сердцем. И тогда постепенно мы увидим, что то, что находится в его сердце, мы почувствуем вдохновение по его милости. И вот Джива Сварупа, она определена или нет, много споров на эту тему. Я хочу обсудить эту тему, поскольку много споров на эту тему. И вот согласно as a whole, they can give bhakti. After that, how it is possible, then I can discuss after. То есть как обрести бхакти, откуда определена сварупа дживы или нет, я в дальнейшем буду говорить. Кто-то вот сомневается, как возможно то или иное. И те дживатмы, они согласно своему общению обретают благо. Это так, что согласно санге они обретают благо, но они могут выразить какое-то бхаву, чувство внутри. Какая бхава была? Как пример, когда Кришна, он мог сотворить тысячи бесчисленных семян, миллионы различных семян этих деревьев, кустарников и прочих растений, все они разные, и также много дживатм, много душ. Если бы они были все одинаковые, то тогда не было бы великолепия такого, не было бы такого разнообразия. Если бы все дживы были абсолютно одинаковы, то было бы скучно. Вот Шрила Бхакти Махарадж говорил в начале всего, душа должна почувствовать, что она вечный слуга Кришны, и она будет совершать баджаны согласно их бхаве. Если не совершают они никаких вайшнава-аппаратхи, вайшнавских ошибок, постепенно они почувствуют вдохновение, и в итоге они смогут обнаружить то, что у меня такое настроение и желание служить Кришне, так или иначе. Это, конечно, отдельная тема, но смотрите, если все дживатмы, они качественно едины, и в этом не было бы великолепия. И это сам Шри Кришна. Сам Шри Кришна полон разнообразия, бесчисленные разнообразия в нем, в Кришне. Но он одна единая Адвагьян-таттва. И вот сейчас можно войти в Раса-таттву, Садан-бхакти мы обсуждаем. И впрочем, мы должны понять все различные. Кришна, он хочет наслаждаться бхавой, которая у нас есть. Хотя Кришна, он самодостаточен, полностью присыщен, насыщен, удовлетворен, но все же Кришна хочет видеть новых и новых преданных.
И Кришна хочет наслаждаться с ними. В Брихат Бхагаватамрите Санатан Госвами он тоже хотел доказать это. То, что может быть бесчисленные преданные в бесчисленных мирах. Но Кришна, он один и един, он Адвайтатва. И вот у преданных может много быть, но у каждого преданного своя особенная особенность, специальность. Все они различные. И Кришна, он хочет насладиться, получить вкус этого настроения преданности. У Кришны есть такой спортивный интерес. И Шрила Бхактивинода Тхакур уже написал об этой шлоке. Вчера я говорил о ней. Сейчас я говорю. И вот Махарадж говорил о Садан Бхакти, Бхава Бхакти. И вот мы можем понять, что Бхава, когда уже явилась внутри сердца, но подобно тому, когда рано утром, когда солнце восходит, в начале всего солнце, когда восходит, можно видеть, как оно меняет цвет, но перед тем, как солнце восходит, это время зовется Арунадой. Гару Бхагаван и Арун, их, это два брата. Арунадой. Сначала Арунадой, не солнце восходит, а свет солнца, такая подготовка. Подготовка к восходу идет. И тогда мы видим, что небо светает, меняет цвет и... Я говорил об этом из Расамрита Синдху, поскольку это единственный источник, а другие источники тоже есть на Рупа Госвами Пата Соба пишет. Тот вкус, который есть в вашем сердце, он делает сердце более мягким. Очень таким не скользким, а таким. Ну, что-то вроде скользкого. И вот шуда-сатва, не обретя шуда-сатва, вопросов не возникает. Когда шуда-сатва покрывает сердце и захватывает все сердце, контролирует наше сердце, то тогда это как восход солнца прямо. Подобно тому, как прямо восходит на горизонте, и сердце, оно становится очень мягким, чистым, и это зовется Бхава. И Садхана Бхакти, Бхава Бхакти. И вот это зовется Бхава Бхакти, а прямо Бхакти, когда... Full satisfaction to Supreme Lord. Prem Bhakti, there is no other desire, nothing. В состоянии према бхакти нет никаких других желаний, только желание полностью удовлетворить Господа. И вот мы уже знаем, что 64 различных вида баджана. 64 different kinds of bhajan mode we can find. Sixty-four different bhajan mood we can find, and out of that,
И вот есть различные 64 различных вида баджана, и среди них Джива Госвами и Шрила Прабхупад также где-то говорит, что есть 10 особых видов баджана, 64 вообще, а среди них 10 наиглавнейших, наиважнейших, основных. И вот первое из них – принятие прибежища у гуру, и не приняв прибежище у гуру, то… И вот вначале должна быть вера, потом то, что если мы будем совершать баджан Кришне, может у нас какие-то анархи есть, но у нас должна быть непоколебимая вера, что если мы будем совершать баджан Кришне, то все произойдет само собой. Потом Шрадха, потом Саду Санга, потом Шрадха. Мы разовьем веру, потом Саду Сангу будем совершать, потом после Саду Санги мы должны почувствовать острую необходимость принятия прибежища у Садгуру, потом Баджана Крия начнется, если мы не приняли прибежище у Гуру Вайшнава, как же совершать баджан? И вот и мы почувствуем необходимость принятия прибежища, чтобы начать баджан. Если вы вообще совершаете баджан под руководством такого опытного саду гуру Вайшнава, то тогда будьте уверены, что анардхи не врите, оно, все анархи они пройдут. Шрила Прабхупад говорит, те, кто приняли прибежище у Садгуру, для них Шрила Прабхупад, он давал такой прекрасный совет, что вы можете совершать харинам очень громко. И Шрила Прабхупад говорит, если вы будете громко воспевать харинам, то постепенно вы избавитесь от ваших анардх, анардхи не смогут находиться. И вот мы должны воспевать харинам громко. И также, если мы будем громко воспевать харинам, то тогда Шрила Прабхупад говорит, что анардхи не могут долгое время не смогут долгое время находиться в нас, они уйдут. И вот, приняв прибежище у лотосных стоп Садгуру, то тогда вопрос баджана крии возникает. А когда этот процедура баджана крии в практической форме мы ее видим, это зовется садана бхакти. А достичь какого-то более высокого уровня, имея кучу анардх, это невозможно. И вот баджана крия значит это садана бхакти. И когда мы садана бхакти совершенным образом совершаем, следуя по всем ступеням, то автоматически анардхи они уйдут. И когда анардхи уйдут, мы разовьем непоколебимую веру, ништху. И потом ручи, вкус. Потом огромная, потом любовь, привязанность, потом бхава возникнет. Then you can get bhava.
И вот потом мы обретем Бхаву. И Бхава, если есть, значит, если нет, это, если есть это Бхава, и мы в таком в безопасном месте находимся, то будьте уверены, сегодня или завтра вы обретете прему. Любовь к Кришне. И это все шаги к достижению премы. Можно вспомнить то, что это бхакти, оно очень важно, и мы должны следовать ему. И вот Шрила Прабхупад говорит, есть десятисложная бхакти среди 64 видов бхакти, гуру падашрою, служение гуру. Смотрите, в начале всего адоу гуру падашрою. То есть сначала мы должны принять прибежище у лотосных стоп Шри Гуру всем сердцем, и потом вопрос дикши возникает. Но сейчас, к сожалению, все наоборот. Сначала дикшу раздают, а потом, может быть, когда-то кто-то предается такому гуру, и до этого не знают ничего. И вот здесь говорится, что адоу гуру падашрою, сначала прибежище у гуру, и второй шаг. Это решение принять прибежище у этого саду, благодаря общению с которым наше сердце меняется, мы чувствуем огромную силу в его харикатхе, и так всем сердцем мы принимаем прибежище у этого гуру. Как я могу привести пример Наротама Такура? Локанат Госвами, он не был готов принять его как своего ученика, но Локанат Госвами, он но Наротам Такур, он был полон решимости, что принять прибежище только у него, как Шрила Прабхупад. Он хотел принять прибежище у этого Парамахамса Ачарьи. То есть он уже принял прибежище у гуру, но и потом второй шаг — это дикша. Вопрос дикши возникает. Дикша значит, вы обретете, получите мантру и можете начать баджан. И потом баджан значит гуру сева. Баджан не значит, что ничего не нужно делать, нужно совершать гуру севу. И вот, приняв прибежище, дикшу, посвящение, нужно совершать гуру севу. И после этого в процессе гуру севы вы можете задавать вопросы гуру Вайшнава. Гурудеву, как совершать баджан, те или иные вопросы возникают, нужно решение находить этим вопросом. И вот через служение гуру, поскольку если вы не будете совершать служение гуру и спрашиваете какой-то вопрос, то не сможете осознать ответ на этот вопрос. И поэтому Кришна говорит то, что есть три процедуры. Вначале всего нужно спрашивать. В Гите Бхагаван говорит, вначале нужно следовать этим трем процедурам. И после этого вы обретете таттва-гьяну. Гьянинас, там вот не расслышал. Вначале нужно совершать севу, служение, задавать достойные вопросы. И после этого совершать служение, и тогда мы обретем милость, обретем таттва-гьяну. Без гуру севы, саду севы никто не может обрести подлинную таттва-гьяну с осознанием. Саду.
мы должны следовать тем саду Гуру Вайшнавам полностью. Саду Марг. Тот путь Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад, мы должны следовать Саду Маргу, тому пути, которым идет наша Гурварга. Кришна говорит об этом. Тадвитхи пранипатена парипрашнена севая. То есть мы должны сначала предаться Гурудеву, потом задавать ему достойные вопросы относительно вашего духовного развития. И после этого мы должны совершать севу, и после этого можем обрести таттва-гьяну с осознанием, иначе нет никакого сознания, что-то можем просто запомнить. И все. И вот здесь говорится, что мы должны следовать тому пути, которым идет наша Гурварга. Мы должны следовать этому же пути. И для удовлетворения Кришны мы должны оставить все наслаждения. И вот мы должны оставить, поскольку мы должны отдать все Кришне, а не оставлять что-то для себя. Кришна прити Бог тяг. Мы должны оставить все Богу, все наслаждение, но не как Майаваде, а по-другому. Майваде они не следуют никакой процедуре преданности. Я просто отвергают все как Майю, так и Кришну. И их процедура очень сложна. И будучи Майваде, очень просто пасть. И даже если не пали, то в дальнейшем произойдет это, как Брахма говорит в 10-й песне, вот такие слова. И те майавади, которые даже достигают сияния Брахмы, то из-за того, что они игнорируют служение твоим стопам, они падают. И вот для удовлетворения Кришны, если мы оставляем наслаждение, то это хорошо. Бог тьяк. Настроение, наслаждение нужно также оставить и предложить все, что у нас есть Кришне. И вот и также житие в святых дамах, кшетрах, где Кришна являл свои лилы, не являл, а являет. И даже сейчас можно, если мы достаточно удачливы, мы сможем увидеть, что Кришна совершает ту же самую лилу, она происходит и сейчас, и если мы достаточно удачливы, мы сможем увидеть, иначе нет. И слишком много материальных привязанностей, они не помогут нам видеть. Я пример приведу, что из Шринатхпура приехало двое этих молодых людей, учеников, они приняли прибежище у лотосных стоп Рагунатха Бабаджи Махараджа. Слушали Харикатху долгое время и вот приняли прибежище у Рагунатха Даса Госвамипада, Харинам Дикшу получили. И вот в процессе их баджана они очень достигли успеха, поскольку они обрели Гуру Крипу и какой-то Уцав организовали как-то в Шивасангане. In Siva Sangam, there is so nice arrangement.
И вот они пишут, что Шива Сангани все очень хорошо организовано, преданы, готовят, раздают. И все, в общем, сделано как следует. И когда другие вайшнавы пошли туда, чудо случилось. Шива Сангани, эта лила явилась. Они увидели, что Сачидеви, Малини Деви, кто-то служил там за них, просад раздавал. И вот они видели, и Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, все были удивлены. Они перестали есть просад, а увидели, что вся панчататва Малини Прабху Сачимата, они все были там. И вот лила, она вечна. Если я смогу обрести полную милость Мира Шакти, то тогда я смогу увидеть лилу, иначе нет. И вот мы должны находиться в тех местах, где Кришна совершил свои лилы, или в дамах. Как ворона за день собирает какие-то эти вещи. Ну, в общем, тащит все, что блестит. Какой-то мусор, гвозди, булавки, все блестящее, в общем. Не только блестящее, а вот в первую очередь блестящее. Вот вороны так собирают много вещей. И до тех пор, пока мы сможем поддерживать наше тело в совершенном состоянии, чтобы совершать бхакти, имеется в виду, чтобы тело не болело, не беспокоило нас, его, до тех пор, пока наше тело позволит нам, Махапрабху никогда не он никогда не просил какой-то изысканной еды или изысканных компонентов, нет. И вот садака должен, особенно если он на каком-то отреченном укладе жизни, они должны все время совершать нам санкиртаны. Шрила Прабхупада говорит, что те, кто не совершают нам санкиртаны, идеальным образом они обречены на падение. Они не могут даже поддержать чистоту своего ордена, особенно если они в отреченном укладе жизни, то и вести себя достойно должны. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, они не могут развить даже такую традицию чистоты, в этом проблема. И также мы должны поститься на Экадаши или Кришна Джанмаштами и другие праздники, когда поститься нужно на явление Вишну Таттвы. И вот эта Вишну Таттва также дает нам возможность обрести милость. Те враты упавасы, те аскезы, которые приходят. И
и вот различные враты, обеты, экадыши, например, следовать экадыши, и также и вот также эти дорогие Господу, ведь такие как Амалаки, Ашатх, этот Баньян, то есть нужно служить им, вот этим всем, кто дорог Господу, также коровам, индийским, классическим индийским коровам, которые имеют связь с Урабхи. Не, причем не каким-то гибридом, а именно тем, кто имеет связь с Урабхи. Потом благоприятно служить, а также баньяну, вот, коровам, браманам, дважды рожденным, вайшнавам. Мы должны всем им мы должны служить, и через эту процедуру наш баджан начнется. И вот в начале, в самом начале очень благоприятно вот это все выше перечисленное делать. И также постепенно мы можем найти, Махапрабху говорит, что среди Нававидха Бхакти, Махапрабху говорит о 5 различных видах бхакти особых. Вот это Саду Санга, Нама Санкиртан, Бхагават Шравон, слушание Бхагаватам, проживание в святой даме и служение божествам с верой. Это 5 самых главных видов преданного служения. И Махапрабху говорит, что эти 5 видов баджана, Махапрабху говорит о нем, садусанга, нам санкиртан, Бхагаван Шравон, слушать Бхагаватам от чистого саду, Мадхуравас, Дамавас и служение божествам с огромной верой. Если мы сможем это все совершать, Махапрабху говорит, то даже немного, если мы делаем что-то из этих 5 видов бхакти, слагающих бхакти, то тогда мы получим огромное благо. И вот те виды баджана, о которых я сказал, это они хороши для самого начала. Потом еще что-то открывается. Мы должны отказаться от... Есть вот всего 64 вида преданного служения. 10 первых я уже обсудил. И также есть 10 вещей, которые нужно избегать. Я вчера говорил уже об этой шлоке, о том, что все правила сводятся к тому, чтобы помнить Вишну, а все запреты к тому, чтобы его никогда не забывать. И вот... И вот эти все запреты Сева-Парадхи, они для того, чтобы мы не забывали Вишну. Мы их всех должны избегать. Сева-Парадхи, Нама-Парадхи, всех их мы должны избегать, а сатсангу мы должны избегать. Дурное общение. Если вы действуете как гуру, авторитетный или нет, я не знаю, и поэтому Санатан Госвами в Харе Бхакти Виласе говорит, что нехорошо принимать много учеников. Также нехорошо изучать слишком много книг. Let me see. This way you are going to
кто-то любит изучать все подряд, это может стать причиной нашего падения. Поэтому мы должны избегать этих сева-аппаратов, нама-аппаратов. Мы должны быть Мы должны отказаться от всего этого, чтобы совершать баджан. Потом общение с непреданными, оно не нужно, ненужное. И потом... не принимать слишком много учеников, не изучать слишком много бесполезных вещей. А если это делать, то... Вот в английском пословице есть такая, что человек вроде все знает, все вообще, а что-то конкретное не знает. То есть он как бы специалист везде понемножку, но что-то конкретное сделать, а тем более хорошо сделать, не может. И вот изучать вещи, которые не связаны с Кришна-бхаджаном, они тоже бесполезно. Я видел много людей, которые что-то изучают, бросают в начале или на середине. Например, санскрит начали изучать, слишком тяжело, бросили. Такое полузнание, оно опасно. И также мы должны, наш ум должен быть сбалансирован, когда мы теряем что-то или обретаем. Мы должны быть беспристрастны к этому. Не должны слишком радоваться, когда что-то находим или получаем, и не огорчаться, когда что-то теряем или что-то уходит от нас. Мы должны быть беспристрастны. Не попадать под влияние горя, шоки, не жалеть. То есть люди, которые постоянно жалеют о чем-то, и мы не должны попадать под влияние горя. Это нехорошо. Мы должны быть всегда рады, если мы совершаем Кришна Бхаджан, если Гуру Вайшнавы довольны нами, то тогда мы должны быть всегда полны энтузиазма и не попадать под влияние. Уныние. Не унывать, не горевать ни о чем. Потом не уважать полубогов, это тоже оскорбительно. Гурудев из Падьявали одну шлоку приводил. И вот для того, чтобы мы не совершали никаких ошибок, Гурудев он такую шлоку часто приводил. Хари Эва. Хари. Он наш Иштадев, поклоняемый Господь. Мы должны поклоняться Ему. Хари Эва. Значит, только и только Он. Мы должны поклоняться только Ему, Господу Хари. Он основа всего. Ишварах, Парама Кришнах, Сачитананда, Вигаха, Ханади, Адья, Гавиндак, Саракарана, Каранам. Мы должны быть полны решимости служить Верховному Господу, но опять же, это не значит, что мы можем оскорблять Ганеша, Шанкара, Деви. Это не так. Это не позволяется.
какие-то тамагуны из шастры могут быть, они могут не подходить для нас, поскольку мы возвышены более высокого уровня. И вот сатвагуна, сатвагуны должны следовать, по крайней мере, есть какие-то группы, тамагуны или раджагуны, и мы не должны оскорблять или игнорировать. Различные полубоги, шастры могут быть тамагуны, шастры, раджагуны, шастры. Как бы они есть, но и что их оскорблять? Есть люди, которые могут следовать только им, и пускай следуют по воле Бхагавана, это все. А сами мы должны следовать гуру Вайшнавам и не оскорблять других, которые не могут следовать этому пути. И вот другие полубоги и другие писания, мы их тоже не должны оскорблять. И поэтому Гуру Падма говорил: мы не можем оскорблять полубогов. Индру, Варуну, Шанкара, Деви, нет. И также есть... И вот Ганапати Махарадж в этом материальном мире, он зовется материальным Ганешем, и другой Ганеш на Вайкунтхе, он... Аваран Девата, какой-то, когда мы совершаем Яги, Вишваксену, Ганапати и прочим, они с Вайкунтха Татвы, не материальная Татва. Это, опять же, отдельная большая тема. И вот различные полубоги, шастры могут быть, но мы не должны оскорблять их. Вишну Вайшнава Ниндатьяк. Мы должны избегать критики Вишну и Вайшнавов, чистых Вайшнавов особенно. И мы не должны слушать оскорблений. То есть не только не критиковать, но и не слушать оскорблений. Если мы услышали, что кто-то оскорбляет чистых вайшнавов, мы должны оставить это место. И мы должны избегать всяких материальных разговоров. Перед Рагану Габаджаном я хочу сказать что-то, что я узнал у Джагананды Пандита. Может, кому-то это не нравится, но я должен это сделать. Джагананда Пандит говорит: так много вещей, завтра буду говорить об этом. И вот можно вспомнить, когда Рагунат Дас Госвами, он хотел принять отреченный уклад жизни, оставить все. Он совет от Махапрабху хотел получить. И вот он сказал, что твой Гурудев Сварупа, он так много знает всего. На Бенгали Махапрабху он сказал: вот он знает так много, больше, чем я. И вот если ты хочешь получить какой-то совет от меня, я попытаюсь сказать, слушай, и что же за такой совет? Все советы, данные Махапрабху, это наивысший совет. И каков этот совет? Никогда не говорить ни о каких материальных вещах, не слушать ничего материального, а то, что не имеет связи с Кришна-бхаджаном. И
не стремиться к какой-то изысканной еде. Мы не должны быть привязаны к какой-то еде, особенно изысканной еде. И также мы не должны носить слишком изысканную одежду. Ганга Мата Такурани, она носила какую-то такую старую порванную одежду, хотя она была дочерью землевладельца, богатого землевладельца. Вот мы не должны слушать грамья-катху материальных разговоров. И вот эти слова очень важны. Из читания Чайтамриты мы находим такие слова, то, что мы не должны причинять беспокойство никому, ни умом, ни речью, ни делами. Но кто-то злоупотребляет вот этой шлокой. И вот люди, прикрываясь этой шлокой, не говорят об абсолютной истине. Но смотрите, неправильное понимание этого, оно очень опасно. И вот и вот не причинять никому неудобств, беспокойств телом, умом и речью. И в храме также, вот я с этой шлоки начал, что даже в храме можно видеть какие-то один так называемый преданный строит козни другому. И вот так много случаев таких. И вот можно видеть, что вроде они кто, преданные или лицемеры, если вот строят козни друг другу, борются о чем-то, еще что-то происходит, это не признак Харибаджана. Это вообще в таких людей нет ни запаха Харибаджана, когда Шрила Прабхупада ушел. Почему он ушел? Из-за того, что кто-то совершил. Вот один из учеников Шрилы Прабхупады, он совершил оскорбление в адрес. Стоп, Шрилы Прабхупады совершил аппаратху оскорбление, поскольку во время Шрилы Прабхупады вот они собирали оскорбление, и когда вы так день за днем собираете оскорбления, то в итоге получается у вас этот куча оскорблений. И вот если кто-то живет в храме и без и приносит беспокойство другим, то это нехорошо, это не настроение преданности. И вот как различными способами и вот нужно пытаться избегать асад-санги. И также мы не должны причинять боль другим живым существам. Но опять же, если собака в алтарную зашла, то собаку выгнать надо. Срочно причем. You have to speak this way.
То есть собаку надо выгнать обязательно, хотя вот в Дашлоке говорится, что никаких живых существ беспокоить нельзя, но собаку, которая в храм зашла, нужно понять, что ей там не место, и выгнать. То есть бить ее не надо, просто выгнать. To get gateway of Hari Bhajan. It is the gateway. Then you can, if you can pass this gate, you can get entry. И вот если мы сможем пройти через все эти виды предвослужения, они подобны ваутам в царство Хари Бхаджана, мы должны применять их в своей жизни, следовать им. И вот после этого мы должны практиковать Шравану, Киртану, Дьяну, Пуджу, Вандану, Падасеванам, Паричарью, Дасью, Сакью, Атманиведанам, танцевать перед божествами, воспевать киртаны. Вигопти. И вот предлагать полные поклоны Господу, когда мы видим, что Господь он совершает, он проходит мимо нас или его проносят, нужно встать, выразить почтение тем. И вот когда Вигаха проходит мимо нас, нужно встать, выразить почтение и следовать за ними, по крайней мере, немного, по крайней мере, если даже вы гуру или вайшнавы, вот с нашего храма, например, идут в свое место, где живут, то нужно, если мы увидим, что они идут, нужно встать, приветствовать их, немного с ними пройти, проводить и вернуться. Если совсем с ними не можем идти всю дорогу, то, по крайней мере, проводить немного. Где мы можем обрести саду сангу? Согласно совету Нарады Госвами. В различных тиртхах и местах паломничества Бхагават Грихи, храм Джаганатха и прочее, мы должны совершать парикраму этих мест и воспевать ставы, молитвы, стихи в их честь, джапу совершать, санкиртан. До этого говорил о Шраван Киртане, а здесь санкиртан, не путайтесь. И вот мы должны совершать санкиртан, принимать прасад, все виды просада, просад не только еда, а также вот эти благовония, которые Господу подносят, огонь, который ему подносят, чандан, это тоже просад Господа. И Махапрасад Сева не... Мы должны служить Махапрасаду, если мы едем что-то, что не было предложено Господу, то тогда мы не сможем контролировать наши органы чувств. Мы должны знать, что то, что не предложено Кришне, мы не можем это принимать. Чистые гуру вайшнавы можно видеть иногда, если они проповедуют где-то или еще что-то, а где-то они не дома, так скажем. Но все равно, если мы что-то готовим, все это Кришне нужно предлагать. Нельзя просто для себя готовить.
some devotee going to cook for Guru Prabhupada. But you find Guru Maharaj not going to take from and this prasad. Now in old age, he's bringing some restriction. Или можно видеть, если какой-то пожилой вайшнав, но он не может есть и обычный просад, который готовят для Кришны, а какие-то саваки готовят для него. Но это тоже просад, это тоже предлагается сначала Кришне. А еще то, что предлагают нам, дают нам чистые преданные, это тоже уже просад, поскольку в уме они предлагают все это. И вот этот пример с Калидасом, дядя Рагунат Кадаса Госвами, он предложил манго Джору Дхакуру. Я говорил об этом случае, можно вспомнить, повторять не буду. И вот Джору Дхакуру. И вот он помыл эти манго в уме, предложил Кришне в уме и начал их есть. Но смотрите, все, а кто-то думает, что он их не предложил. Но преданные, они все предлагают Кришне. Вот смотрите, Прахлад Махарадж, он, этот, его отец пытался отравить его. Потом с Мирабаем случай какой-то был. В общем, его отравить хотели, но этот яд стал нектаром, как это возможно. И вот когда Прахлад Махараджу дали горшок с ядом, Прахлад Махарадж думал, что нет никакой проблемы в этом, и Джата Бхарата в своем предыдущем доме, там Ну, в общем, эти его домашние готовили какую-то ерунду, ну, отходы этого, отходы производства, всякую муку рисовую и горчичную муку, ну, то, что, в общем, не было пригодно для пищи. То есть эти как отходы производства, в общем, то, что сами не ели, готовили вот из этого, этому Бхарат Махараджу готовили, и Джада Бхарат, точнее. И когда Джада Бхарат это ел, то исходил прекрасный аромат от этого, и родственники, они думали, что видно, что-то хорошее приготовили, нужно самим попробовать. Но этот Джада Бхарат, все, что ему давали, он все предлагал Верховному Господу, это становилось просадом, с прекрасным ароматом, поскольку Кришна, это становилось остатками пищи Кришны. И вот таким образом дупа, дипа, и вот мы должны служить Махапрасаду, мы должны смотреть арати утром перед восходом и вечером во время заката. Мы должны получать даршан Шримурти с огромной любовью. Мы должны предлагать наши любимые вещи Господу. Если мы манго, например, любим, то манго нужно предложить Господу. И
если кто-то вот параману любит, то нужно Кришне предложить эту параману. И таким образом мы вскоре сможем контролировать свое себя. И вот мы должны предлагать Кришне цветы, плоды и все, что мы любим. Служение Туласи, нужно служить Туласи Деви. Харидас Такур, он служил только Туласи, и воспевал Харинам, только этим занимался. Вайшнав Сева, мы должны служить Вайшнава. Мы должны совершать Матхуравас, жить в святых местах, слушать Бхагават Катху. Мы должны посвящать все ради свою энергию Кришне. Все наши попытки, усилия, нужно все это должно быть связано с Кришной, для того, чтобы Кришна был доволен. Все усилия, которые мы делаем, нужно все делать это ради удовлетворения Кришны. Все, что мы делаем, даже если мы спим, мы тоже должны спать для удовлетворения Шри Кришны. Гуру Махарадж говорил: «О, Баба, нужно спать сейчас». Это значит, что наш сон по указанию Гуру Махараджа, если мы спим, это тоже баджан. Мы должны ждать милости Бхагавана, Гуру и Вайшнавов. И с полным терпением, Татену Кампам, я уже говорил, мы должны ждать милости. Может, мы недостойны, и поэтому не получаем милости. А если просто возмущаться, что почему милость прямо сейчас не приходит? Нет, Бхагаван есть, он смотрит, наблюдает за нами, мы должны зависеть от его милости. Мы должны отмечать дни явления Гуру, Вайшнавов и Бхагавана. Бхагаван, когда уходит из этого мира, или преданные его, то мы Кришна Джанмаштами, или кто-то является Гуру Джанмаштами. Мы должны отмечать все эти праздники. И также я вот уже объяснял пару дней назад, следует Картик врать, Пурушотам врать и всем прочим этим обетам и праздникам. Но кроме этого, есть различные виды баджана. Мы должны понять их. Мы также должны носить тилаки, 12 тилаков. Они должны быть украшены тилаками. А еще эти тилаки должны быть как тилаки. Внутри тилака ничего не должно быть. То есть внутри тилака не должно быть никаких знаков. То есть это бинду носить внутри тилака и прочие знаки нехорошо. Я знаю, какие-то преданные пишут эти, точнее, татуировки носят, это нехорошо, зачем тело осквернять всякими татуировками, это нехорошо. И вот Нирмалья, значит,
Следующее вот это, значит, что все, а мы должны принимать гирлянды, которые были предложены Господу, принимать Чиринамриту каждый день, если это возможно. И кроме этого, есть особые виды санги, которые даны Махапрабху. Они уже были, Махапрабху просто рассказал о них, саду санга, нам санкиртан, Бхагават Шраван, Мадхуравас, Дамавас и служение божествам с верой. Например, Например, если мы хотя бы немного следуем всему этому, мы обретем бхакти. Нет никаких сомнений в этом. И вот таким образом, постепенно, если вы совершаете бхакти искренне, то вы войдете на путь бхава-бхакти. И вот Бхава-бхакти, я вчера говорил, но еще раз могу напомнить, что я говорил то, что И что такое кьянти на санскрите? Я вот сейчас начну объяснять это и продолжу завтра. Кьянти значит это... Это способность терпеть. Если кто-то оскорбляет нас, то мы можем терпеть это, а не сразу возмущаться, что кто-то вот нас ругает. Если мы слишком возбуждаемся от этого и гневаемся, то это нехорошо, это глупо. Зачем гневаться? Если... He is going to show this kind of mood because of a previous dirty sanskar. Not that he will have to reciprocate the same. You have to grow by the mercy of Guru Vaishnava. Khyanti means enduring power. Khyanti значит способность терпеть. Мы должны терпеть чего-то и что-то неприятное, и мы не должны терять ни секунды времени без связи с Бхагаваном. Мы не должны терять ни секунды времени. Мы должны помнить Бхагавана, Верховного Господа, совершать киртан, потом see anything which has no link with Krishna Vajra. У нас не должно быть интереса видеть то, что не имеет никакой связи с Кришной, с Кришна Баджаном. Мы не должно быть желания получить. То есть не должны мы стремиться к славе, почету, и у нас должна быть огромная вера. Today or tomorrow, Krishna is bound to give me kippa. Мы должны иметь веру, что сегодня или завтра, вскоре Кришна дарует нам милость. Мы должны иметь желание совершать баджан. Сам Уткантха. У нас должен быть вкус к Нама Санкиртану.
Не только утром слушать там 3 часа харикатху, а потом нет. Нет. И вот Махапрабху говорит Рай Махашоя, это следующая тема после Рай Рамананда Самвата. И вот Рай Махашоя говорит о Прабху, отдохни, мы уходим. О, Рай Махашоя, ты говоришь о моем отдыхе. Если вы уйдете, то двойная проблема возникнет. Ваша харикатха, харикиртан, это отдых для меня. Когда я осознаю это, мы должны воспевать этот киртан. Кто-то учится, как танцевать, как петь, но there is particular tone, everything they are giving, but you are less interested. You are interested about material song. Но это, но лучше изучать такие духовные киртаны и то, как совершать эти киртаны, в каких рагах, настроениях и прочем. করিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্তন পুলকিত দেহ গদ গদ বচন বৈবর্ণ বিপথু হবে সংগঠন নিরন্তর অস্ত্র ভবিব সুধা কবে হবে বলো সেদিন Мы должны слушать, мы не должны слушать с каких-то неавторитетных источников. Лучше слушать киртаны Шилы Бхактивинода Такура и Наротам Такура и избегать асатсанги. И также я хочу детально объяснить завтра, чтобы прославить Кришну, Его имя, славу. Мы У нас должна быть любовь к этому, когда Кришна совершает лилы в Матхуре, в Навадвипе. Мы должны чувствовать огромное желание жить там, в этих святых местах, чтобы осознать эту Бхава-бхакти. И вот завтра я буду говорить о Према-бхакти, и потом мы дальше пойдем, будем говорить о Рагануга-бхакти, Вайдхи-бхакти. Как, что говорит Рупа Госвами Пад и Джагатам Парам Гурум Тилоконатха Натопад Панкаджам Прайнамарта Бхагавантам Ачютам Якшанти Пасанда Вибинна Четаса Ванча Калпатуру Сикипасинди Бхавача Патитанан Павана Бхавашна Бхавана Бхавана